sunset, a flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. May be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you're coming home. Tonight I know you will be coming home. С вами снова играем в Sims 4 Вампиры. И посмотрите на наш новый прекрасный дом. Он просто офигенный. Ну, я думаю, в заставке вы уже все видели. Потом показывать снова я думаю, что не будут. А что здесь такое? Ой, Джейн хочет на природу. Да, давайте мы ей это устроим. Мы можем здесь же поплавать, да? Давайте поплаваем кругами. Вот, вот такой домяра. В общем, нам позвонил Джейсон и предложил встретиться. Он пришел к нам вечером и сказал, что его повышают, потому что он раскрыл дело с Владислаусом. Вот, ему там выплатили всякие, ну, короче, награды, деньги, все дали, вот. И он решил нам отдать наши деньги, наши 100 тысяч симолеонов, которые мы ему отдавали, если вы помните, когда отдавали эликсир. Вот, и сказал, что он уезжает из этого города, потому что у него повышение, и он будет сейчас работать в другом месте, и вот как бы он решил нас отблагодарить, так скажем, и вернуть наши деньги. И вот мы решили переехать сюда, потому что у нас двое детей, поэтому, ну, там даже спать негде было второму ребенку, поэтому здесь теперь есть место всем, и Джейн у меня тут круги нарезает. Решила она посмотреть кальян. Мне не нравится, что он здесь стоит, но, в принципе, пусть... Я бы сюда столик поставила,
Хотя, ладно, пусть пока так. В общем, сегодня мы будем заниматься воспитанием. А, что-то сердитая такая, десерт ей надо. Дэниел у меня спит, он хочет кушать, сейчас мы его покормим. И мы должны заниматься воспитанием теперь. И это офигеть как сложно. Я думаю, это, ну, так себе. Нет, это не так себе, это ужас какой-то, все очень медленно идет. Так, вот у нас Лина стоит без дела. Лина, давай-ка мы устроим маме подарок. Нет, пожар не надо, вот устроить без... О, боже, она сейчас так стояла, как будто, знаете, на шкафу стоит, уже испугалась. Да, лестницы, конечно, это все опасное дело. Иди устрой беспорядок, и мы будем тебя воспитывать. И сегодня у Лины будет день рождения, но чуть попозже мы сделаем тортик, позовем гостей, отметим. И Лина хочет отправиться в зоопарк, поэтому в конце серии мы отправимся именно туда. И там погуляем. Так, ну чё? Давай сползай и показывай нам, как сейчас ты будешь устраивать. Кстати, Калеб всё-таки удочерил Лину наконец-то. Вы все просили. О, минусы, вот это красота. А Калеб пошел, Калебу вообще все равно, по-моему. Ужас, где же ты взяла эти баночки? Господи, как будто кровь какая-то. Кетчуп, мука. Так, идем ее воспитывать. Наказать. Давайте спокойно накажем, попросим не создавать беспорядок. У нас здесь уже Дэниел лазил в унитазе, брызгался, вообще класс. Ну, что-то он прям не останавливается, смотрите, у нас здесь что-то детские дела. Ой, что творит. И следующая серия, она пойдет в этот, в школу. И, блин, это вообще офигеть, так быстро они выросли все. Ребенок мой хочет кушать, почему его никто не кормит? Сейчас его заберут. Ты где? Нужно ему дать еды. Ой, а так, ладно, уход за малышом. Дать еду. А вот Калеб что-то идет. Кормить? Ты Лину поругал? А, она еще не закончила, подождите. Ой, я хочу это сфоткать просто. А потом она хочет пойти посмотреть телек. Нормально. Вообще здорово. И Лина сидит... Ой, Джейн сидит вообще как-то пофигу. Идем ругать. Нет. А почему я не могу наказать? Или она уже наказана? Господи. Чё у меня не получается ничего? Интересно. И чё? И где? Ничего нету почему-то. Или он уже поругал ее? Ладно, давайте тут убирать теперь. Блошиный рынок. Нет, мы не пойдем ни на какой рынок. Дети у меня уползают. Кто-нибудь покормите, пожалуйста, ребенка. Блин, дома очень классно. Посмотрите, какая прелесть. Мы сейчас пойдем с Джейн приготовим тортик. Потому что некоторые в нашей семье могут кушать. Смотрите, ноутбук стоит. Да-да-да. Красота. И вот такая классная доска. В общем, прям прелесть. И кухня такая милая вообще. We need milk expert. Прикольно. А, так. Как раз у нас подрастет Лина. И мы повесим доску. И купим ей дневник, чтобы она туда записывала свои секретики. Что такое? А что такое? Ничего не получилось? Я не знаю. Кто-нибудь покормите ребенка, господи! Что творите? Что он хочет? Это от бассейна. Ребенка. Кто-нибудь, пожалуйста, покормите ребенка. А вот здесь надо просто убрать. Хочешь знать, не хочу ли я прийти к ней в гости? Я бы пошла, Оливия, но у нас сегодня день рождения, потом ты сама к нам придешь. Так и мы идем. Еду давать. Чипсы не надо давать. Вот бутербродик. Давай дадим. Все, мы поставили тарелку, но ребенка-то сюда притащите. Что такое? Что? Не можете все пройти где-то? Я чуть не понимаю. Иди сюда, пожалуйста. Приведите его кто-нибудь. Посадить.
Дэниела посадите. Джейн, пойдем-то готовить на первый этаж. Вот иди сюда. Он сам уже полез куда-то, короче, ужас, что-то у меня творится какой-то. А, будем делать тортик. Ланч-пакет. Вот, ланч-пакет в следующей серии приготовим, потому что Лина пойдет в школу. Нужно что-нибудь ей покушать. Сейчас я посмотрю какой-нибудь тортик. Клубничка. Торт-клубничка. Давай сделаем торт-клубничку. Господи, ребенка кто-нибудь покормит сегодня? Пожалуйста, покормите ребенка. Он же умрет. Ну чё? Наконец-то! Ура! Ура! Вот, кстати, у Лины у нас такие показатели, где они? Не очень такие хорошие, но ей придется с ним повзрослеть, потому что ёкаламна. А за это можно как-то воспитывать? Короче, можно его? Нет, тут ничего нет. Если он все разбросает, тогда можно. Короче, у нас все плохо. И реально сложно. Ой, что я не у тебя смотрю, господи. Сложно-то все исправлять, прям вообще. Ну да, придется как-то справляться с этим делом. Так, Джейн меня готовит. Нужно переодеться. Сменить. Так, у нас же праздник. Что ж мы наденем с тобой? Что ж бы нам надеть? Может быть... Красненькая, я думаю, будет прикольно. Вот так у нас плита. Вот так у нас холодильник. Короче, вообще, прям красотища. И мы выбрали этот участок неспроста. Вообще-то Винденбург, если вы поняли. Но будем считать, что это Ньюкрест. Просто не было подходящих каких-то домов. И здесь он находится на окраине, на острове. Поэтому никто сюда не придет. И он скрыт от людей, вот этим лесом. И здесь, смотрите, можно сюда пойти. Туда можно пойти. Здесь костер разжечь. В общем, просто великолепно. Офигенное место. Правда, здесь вот дом какой-то, я не знаю, здесь кто-нибудь живет. Здесь, по-моему, никто уже не живет. В общем, просто прекрасно. Мы походим здесь, погуляем, если будет время сегодня, в чем я сомневаюсь. Так, вот она что-то взяла ребенка, куда-то понесла. У нас, в общем, все хорошо. Предлагаю устроить вечеринку, попробовать. Так, запланировать. Если никто не придет, потому что не все вампиры, то мы просто в клуб созовем и все. Я думаю, потому что я уже создала клуб. У Оливии сейчас дома ремонт. Короче, она там строится, типа того. Поэтому мы к ней не можем пока сходить. Но думаю, в следующей серии сходим. Так, день рождения. И, кстати, да, ей нужно установить ребенка, вы просили. Именинник Лина. Гости. Так. Нет, тебе не нужно. Лилит. Генри Лаура. Вот и все красное. Нет. Оливия. Где Эмма? Почему я никогда не могу Эмму пригласить? Она мне постоянно куда-то пропадает. Ладно, давайте вот так сделаем. Больше мы никого не будем приглашать. Так, это же не мое. И это зоопарк. Где мой дом? Где моя резиденция? Ой, наконец-то я нашла. Несколько подсказок. Торт у меня есть, спасибо. Спасибо. Ой, переодеваемся, ребята, все переодеваемся. Ой, смотрите, она что-то напялила, но мне не нравится этот наряд, поэтому давайте что-нибудь другое, другое. Ой, вот это мне нравится. А что это такое? Вот отвратительно себя вести. Ой, фу! И ты тоже. Давай-ка, смени одежду. Этот комбинезончик новенький. О, боже! Сейчас все будут в ужасных нарядах. Я, блин... Ай! Чё за кошмар? Чё за кошмар у всех? Наряды сменить. Вот красненькое надевай. Пойдемте посмотрим, кто-нибудь там пришел уже, потому что у меня вход с этой стороны. Я так понимаю, что ко мне никто не придет. Поэтому я сделаю собрание клуба, потому что да, как всегда. Либо это какие-то глюки, либо я не знаю, что такое. Поэтому пойдемте. Свечи поставим, пусть она задует. Ну, я никого не вижу, в общем-то. Все, мы, значит, делаем собрание клуба сейчас. 5 секундочек тут. О боже.
Или они где-то идут, потому что они наряжены ужасно. И не знаю, не знаю. Я не вижу никого. Так, а что у нас? Ну, дружелюбно. Давайте начнем с собрания. Пусть они все идут. Еще бы мне, знаете, кого пригласить? Я вот не знаю, у меня есть в друзьях или нет. Ричард, муж этой Лилит. И дочка ее здесь есть, интересно. Было бы... Да, вот Лола пригласить. Все, мы вроде как всех позвали. Сейчас мы дождемся, пока все... Вот, все, вижу, кто-то бежит уже. Это, по-моему, Эмма бежит. Вон тут идет. Кто это идет? Мне не видно. Ричард не может прийти. Нормально. Ну ладно, что ж теперь. В общем, да, пойдемте. Нет, свечи чуть пока не хочу зажигать. А музычку давайте включим. Потанцуем. Приготовить блюдо на несколько персон. Блин, вы что, издеваетесь? Включить какую-нибудь для детей. Оливия, что у вас за наряды ужасные? Давайте мы, в общем, послушаем легкую какую-нибудь музыку. Остальные, я не знаю, захотят слушать или нет. А тебе нужно приготовить что-то еще. Надеюсь, торт мне никто не... А, прости, а где мой торт? Что-то я не поняла. Джейн, ты приготовила торт? Интересно. Да, торт есть. Супер-пупер. Поставим вот сюда. Пусть пока стоит. И нам нужно что-то приготовить. Да, мы тут с Оливией встретились, мы с ней тут болтаем. Я хочу что-нибудь такое приготовить интересненькое. Что-нибудь такое необычное. Что-нибудь такое сложненькое. Ну, что-то я здесь ничего не вижу. Может быть, здесь вот... Вот изысканное блюдо. Изысканное блюдо. Ну, мало здесь всего. Давайте салат вот этот сделаем на... для вечеринки. Приготовим тут. Оливия, что за наряд? Чё? Чё, простите? Я вообще не поняла. Я ничего не поняла. Что это сейчас было? Я думаю, это был какой-то глюк, потому что, блин, это же какая-то жесть. Мэн, да. Ладно, давай сейчас приготовим, короче, позовем всех к столу. Сейчас. Упаковать, взять порцию вместе, все, берите все порцию. Только, Джейн, ты, пожалуйста, не ешь это. Не ешь, не ешь. Тебе ж плохо будет. Уж тебе нельзя это есть. Боже, вампирское день рождения. Смотрите, все летают. Какой-то кошмар. Калеб, ты можешь взять порцию спокойненько, потому что... Можно уже музыку не слушать, потому что уже не надо нам это все. Давайте мы выключим. У всех наряды, конечно, просто великолепные. Вы что, все разлетались? Господи, ужас. Так, нужно свечи на торт поставить. Где? Почему? Что не так? Торт какого качества? Нормального качества. Может быть, поэтому, потому что... Да, ее тошнит теперь. Супер! О, боже. Давайте мы еще раз сделаем торт. Печь. Не, печь не надо. Готовить. Текс. Торт клубничку идем делать. Надеюсь, у тебя получится получше. Тебе... Вот это мне очень нравится вещь. Очень классно. Айфон тут, смотрите, стоит у кого-то. Ничего себе. Так, и я хочу пообщаться со всеми, конечно же. Душевный разговор. А где Эмма? Куда они все делись, мне интересно знать. Здесь никого нет же. Здесь никого нет. Вот тут, тут вот Эмма сидит. Да, мы как будто бы ее не знаем. Нормально, мне тут вообще понравилось, конечно. Так, давай, готовь. Ой, тут кто-то танцует. Пойдемте мы с ней пообщаемся. Про динозавров поговорим. Калеб, господи!
Танцор. Первый раз вижу, что потанцевал. Ладно, пусть развлекается, не вместе с Лолой. А, он учит танцевать. Ну, ему бы тоже не мешало поучиться, если честно. Так вот, у меня все летают туда-сюда. Торт готов. Торт нормального качества, хорошего качества. Той. Великолепного качества. Просто супер. Ой, она так с тортом классно стоит. Я ее хочу сфоткать. Сейчас, подождите. Прям вообще классная фотография. Опа. Ну что, можем теперь свечи-то поставить? А, добавить свечи. Давайте добавим свечи. Ты как-то далеко поставила. Она пошла тебе со всеми разговаривать. Ну ладно, пока мы все там танцуют, общаются. Блин, наряды, конечно, у них улет. Вечеринка у меня тоже улет неудачная. Просто супер. Так, а что это такое? Улучшенный холодильник. Сейчас мы, в общем, поговорим со всеми немножечко. Этот торт я не знаю, куда его девать теперь, потому что никто есть его, конечно же, не будет. Джен, иди, пожалуйста, тортик, поставь свечки. Ну все, мы поболтали, поэтому пойдем сейчас поставим фигурки. Надеюсь, у нас получится, потому что он торт куда-то засунул, я не знаю. Так, и нужно, чтобы Линочка задула свечи. Хотя место здесь такое неудобное, я не знаю вообще, как это выйдет. Лина, ты сильно там занята? Давай. Иди свечку задувай. Быстрее беги, смотри, все ждут. Не дождутся. Она что-то там... Что-то занята. Ой, тут не у всех хорошие потребности. Джейн наконец-то проснулась и пошла за ребенком. О, блин, она сейчас вырастет. Я просто в шоке. О, боже, песни тут такие... Калеб, можешь выключишь песню? Где эта музычка? Вот здесь что работает? А где это работает? Простите. Вот у нас еще выключить. Замечательно. Как бы мне так тут встать? Все закрыто. Что-то неудобно со всех сторон, если честно. Ладно, давайте вот так как-то сделаем. Ладно, сейчас посмотрим, что у меня никак не получается. Так. Блин, столб этот стоит. Все, давайте вот так, в общем, будем смотреть. Вот так она дует. Надеюсь, у нас все пройдет нормально, она вырастет и не будет таких проблем. Да, спасибо. Спасибо, игра, что мне ничего не видно. Выберите жизненную цель и черту характера, чтобы заменить черту очаровашка. Ой. Я считаю, что она... Ей творчество больше подходит. Это что такое? Мне кажется, творчество. Рисование. Тра-та-та-та-та. Лина благодаря своим исключительным навыкам получает дополнительную черту характера, все дополнительные черты. Так, а тут чтобы ей выбрать? Так, творец. Меломан. Нет. Чистюля. Я бы ей сделала чистюля, наверное. Чистюля. Почему-то мне хочется. Все. Где мой ребенок? Где мой ребенок? Офигеть! Офигеть, Лина! Линочка моя! Не, симпатичная девочка, но так непривычно, ребята. Нужно, конечно, переодеть, поэтому мы... О, боже! Это лицо... Ой, сейчас хочу сфоткать. Это лицо... Так. Я, конечно, переодену потом. Офигеть. Так, да, с ребенком идите занимайтесь, потому что все... Чего? Калеб! Господи! Калеб так любит... Кстати, вы заметили, что с Линой он как-то не особо там как-то... Ну, он помогал, конечно, вот... С Дэниелом вообще от него не отходит ни на секунду. Смотрите, в ванну принимают. Хотя мы, Лин, вообще ни разу ванной не мыли. Да, по секрету. Его нужно потом ложить спать. Так, мы пойдем. У нас, кстати, все плохо. Нам нужно заказать... Господи, у нас караоке есть. Это очень плохо. Очень плохо. Тут, наверное, нужно разрезать. А где моя кухня? Кухня где? Кухня здесь. Сейчас я разрежу торт. Пусть все берут, кушают.
упаковать, взять кусочек вместе. Давайте возьмем, но мы брать, конечно же, не будем. Нам нужно заказать этот... крови, крови надо заказать. Тайны вампиров. Купить, заказать пакеты. Сейчас мы возьмем. В следующей серии, кстати, мы пойдем искать Эмилию. Потому что, да, веселье весельем, но, блин, нужно ее найти. Так, тебе есть не надо. Не надо тебе есть. Джейн сейчас у меня выпьет. Все... О, боже, Лилит, фу, ты что наделала? Так, и нам нужно будет завтра сделать этот напиток из сеть вампиров. Если мы Эмилию поймаем, то нужно ее, короче, убить мне вампира и отправим ее в психбольницу, пусть дальше там лечится. Потому что она все-таки наша сестра, и не хочется там сильно как-то это. Я хочу еще принять ванну. Мы, кстати, еще не мылись здесь, поэтому давайте смотреть. Я думаю, здесь можно как-то помыться. Нет, здесь нельзя помыться. Давайте мы вот здесь примем ванну. Так, Линочка. Линочка пошла спать. Давайте мы ее купим дневник. Здесь у меня специально вот маленькая кроватка. О, боже, дети легли спать, они устали. Элина, а ты? Ты где? Она провалилась в подушки. Так, у нас тут все в игрушках, тут планшетик у нас. Давайте мы, в общем, купим дневничок. Вот это хочу продать, то, что мне не особо-то надо. Ну, я думаю, розовенький мы возьмем, да? Какой-нибудь. О, вот это, смотрите. Не, вот это симпатичный с короной, что ли, да? Вот здесь мы его положим. И попробуем что-нибудь сделать с ним, когда она проснется. Писать дневники, а потом спрятать дневник. Она уже просыпается. Ну, давайте. У нас вечер. Мы немножко сейчас еще тут этот... что-нибудь поделаем. Нам немножко... Она, кстати, оказалась не худой. Но это как бы следовало ожидать. Потому что мы ее так хорошо прикармливали, как вы знаете. И да, она была здоровеньким таким ребенком. Гораздо больше Дэниела. Так что да, ничего страшного. Ничего, не знаю, прическу поменяем или нет. В общем, скоро, через часок, мы пойдем в зоопарк, мы айфоны кругом тут, вот, там посмотрите, как это у меня что получилось, уровни повышаются, и нам нужно, конечно, следить за вот этим, потому что, блин, не все так хорошо на самом деле, ну, что поделать, у нас вообще как-то что-то ничего не повышается, мы тут пытаемся, так, мы помылись, я хотела посмотреть... Это что за тарелка? Это что тут летает? Давайте мы поставим на место. Пойдем дальше общаться с нашими друзьями. У нас здесь такой срачельник. Просто ужас какой-то. Я хочу снова крови попить, потому что что-то вообще никак. И мы немножко уже устали. Давайте с Лаурой пообщаемся. Не надо переезжать никуда. Похвалим наряд. С Лилит поговорим немножечко. Посудим интерес. С Оливией мы давно не видели, потому что она уехала. Прошло уже достаточно-таки много времени. Калеб, ты нам поможешь немножко убраться? Потому что у нас с энергией очень плохо. Калеб тоже тут со всеми общается. Давайте мы вот это все уберем лишнее. Положить в багаж. Не надо. Не надо класть багаж. Сейчас. Подождите. Поставить на место, и вот это поставим на место. Мы потом можем в ланч-пакеты это упаковывать. Главное мне не забыть завтра, когда пойдет в школу Лина, упаковывать. Кстати, в воскресенье как раз будет понедельник. Хотя нет, конечно, понедельника не будет, потому что я буду снимать касцены. Ну, в общем, да, по-любому пойдем в школу. Что-то у нас все грустно. Кошмар ему приснился. Лина, ты пойдешь его утешать? Лина пошла с кем-то общаться, блин. Вот сестра твоя не спит. Ты дневник спрятала, кстати говоря? Или нет? Где твой дневник? В багаже, наверное, да? Спрячь дневник. Вот. И давайте вот это... А где твой брат? Подождите. Брат, ты где? Брат куда-то пошел уже. Сейчас мы с ним немножко поговорим. Узнаем, как прошел день. И пусть он снова ложится спать. И тут нужно будет убрать. А ты спать потом пойдешь. Так, ты болтаешь, Калеб, у меня ты немножко поможет сейчас мне убрать посуду, потому что тут просто ад какой-то творится.
А вот что-то он пошел. Не, он смотрит за ним. Калли вообще как нянька, блин, настоящая мать. Так, давайте уберем, по-моему, вот это поставим на место, потому что, по-моему, это никто не ел. И это поставим на место, и вот это поставим на место. Она в очках, что ли, спит? Или что она делает? Ой, у нее, ну и наряд, блин, она такая толстенькая. Ну, ничего, мне кажется, ребенку даже там, ну, хорошо, симпатично выглядит. Так, вроде бы у нас уже чище становится. Навык общения повышается. Так, а вы где там у меня? Вот у меня маленький. Алина куда-то ушла опять. Смотреть телек, что ли? Так, ну ты пойдешь спать. У него с бодростью все очень плохо, но ему надо поспать. Давайте мы пойдем возьмем этот салат. Есть салат. Бери, пока его сейчас Калеб не убрал, потом сейчас он уберет уже салат. Ой, ужас. Так, давай, кушай. И потом пойдем. Как бы они будут спать, но вообще-то, Калеб, ты меня сейчас напугал. Чё? Вы сейчас видели вот это? Это ужасно. Это было ужасно. Так, все, Лина у меня спит. Так, посмотрим, у нас есть что-нибудь здесь интересное. Он с едой играет. Ребят, мы пойдем немножко отдохнем. В нашу комнату вот сюда. Вампирический сон. Иди поспи, потому что с энергией все очень-очень плохо. О боже, тут у меня реально дискотека какая-то. Так, ребенок мой, кушай. Он надел в штанишки. Ему нужно поменять подгузник. Сейчас он поест. Сейчас мы все сделаем. Так, уход за малышом. Подождите, здесь же можно как-то. Как-то можно. Ну ладно. Ты ешь? Он ест вроде как. И потом пойдем спатеньки. Надеюсь, он сможет поспать. Кошмар ему не будет сниться снова. Наконец-то они выключили эту музыку. Клуб можно распускать, я уже совершенно забыла об этом. Да-да-да, пора закончить собрание. Потому что уже все устали. Блин, но жажда вообще проблемы, короче, с жаждой ужасные. И люди здесь не ходят, понимаете? Да. Все, хватит кушать, пойдем. Он там смотрит телек, вставай. Надеюсь, ты встанешь нормально. Вот видите, что? Кошмар. Просто кошмар. Калеб, ты как там? Ну, жажда у него, он что-то тут... Проверить малыша? Он вообще от малыша не отходит ни на шаг. Калеб, я предлагаю что-нибудь полазить в интернете, посмотреть всякие новости. Тут что-то у меня музыка кругом. Где музыка-то играет? Я не пойму, если честно. Надо отсюда, что ли? Просмотреть дневник. Да. Так, приложения всякие. Не, музыка не играет. Вот она, господи. Так, и пойдем посмотрим, что у нас там интересного есть. Всякие про вампиров что-нибудь посмотрим. Так, сделаем. А я же хотела посмотреть дневник. Чё ты не можешь посмотреть дневник? Здесь же тоже можно как-то, да? Не знаю. Открыть? Нет, все, это не то. Все, ребята, у меня все спят, кажется. Да, у нас проблемы с этими подушками. Ты ребенок здесь мой спит. Джейн спит здесь. Калеб не может спать на кровати, поэтому да. К сожалению, вот у меня кровать, и вот здесь мы немножко проваливаемся. Ну, что поделать. Зато мне кажется, очень красиво и уютно. Хотя, может быть, я поменяю кровать, потому что, блин, это слишком. Посмотрите, у нее где голова. Так, кровать все-таки придется сменить. Ну, мне, кстати, совы эти не очень нравятся. Ну, либо можно как-то подушки убрать отдельно, сейчас посмотрю. Подушки вот можно чисто убрать подушки и... Да, супер. А давайте посмотрим, какие здесь расцветки-то есть. А я вообще не могу теперь ничего сделать. Сейчас я хочу глянуть. Вау, мне классно, но, блин. Головы. Не видно, короче, ничего. А вот здесь можно... Нет, это все, это уже кровать. Ладно, пусть проваливается.
не так страшно, в принципе. Так что, да, ребята, думаю, что там я закончу эту серию. Мы скоро пойдем в зоопарк. Ну, как будто мы пойдем уже с утра. Смотрите, как ночью красиво выглядит. Вот. Так что, да, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если так, ставьте палец вверх, ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Также вступайте в группу, потому что там проходят конкурсы классные. И да, я думаю, вам понравится. Так что, да, всем пока-пока. I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you. All the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do.